работала с необычной женщиной. Ее пример вдохновляет невероятно. И она сама сейчас расскажет, в чем уникальность ее истории. Всем здравствуйте. Всей команде Светланы хочу передать пламенный привет. Да, всей Украине. Спасибо. Хочу передать пламенный привет из города Денизле. Это у нас родина компании «РСАК». Сегодня мы стоим на этой сцене. Меня поздравили с многими достижениями. Я хочу рассказать чуть-чуть про себя. Свою историю. Да, свою историю. Необычная. Я пришла в компанию всего лишь год назад. И за это время я сделала бронзового лидера. За месяц вы. За месяц, да, если точнее быть, за месяц стала бронзой. За 3 месяца открыла звание серебряного лидера. На 5-й месяц открыла золотого лидера. На 8-й месяц я сделала директора. И буквально вот ровно, получается, год спустя я являюсь платиновым лидером, директором бюро «Казахстан-18». О, это невероятная история. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Это не, как так можно? Невероятный успех. И хочу вам сказать, дорогие друзья, если кто-то думает, что это трудно, то, Асима, сколько у тебя детей? Какая семья? Уважаемая команда Украины, в том числе команда Светланы, хочу сказать одно. Да, у меня мотивация – это мои дети. Всегда все просят, ищут, да, какую-то мотивацию извне, да, с внешней стороны. А я говорю, мотивация, она у вас дома, это ваши дети. У меня 6 деток. Я начинала этот бизнес, когда моему маленькому сыну было всего лишь 5 месяцев. Молодец. А сегодня ему 1.5 года. Так что хочу сказать одно, пока вы молоды, пока у вас есть возможность, да, пока компания дает такую... супер возможность, да, стать финансово независимым, вы должны брать и делать, потому что в этой сфере, в сетевой, я работаю 15 лет, в этом году будет 16-й, и я проработала в нескольких компаниях, и могу сказать одно, что такого маркетинг-плана, как в компании «РСАК», нет нигде. Поверьте мне, пожалуйста, на слово. Слушайте вашего спонсора. Она говорит все правильно. А скажите, сколько может заработать директор бюро в Казахстане? Какие могут быть ориентировочные цифры, к чему людям стремиться, вот какие доходы? Потому что многие говорят, там, звания, погоны, а сколько это может быть в финансах? Приблизительно, не свой чек, может, хотя бы ориентировочно. Нет. Какие доходы может быть директора? Знаете, у меня, если быть точнее, да, говорят же, что настоящий лидер – это не тот лидер, который говорит всегда про себя, да, настоящий лидер… За команду. Да, надо говорить результаты команды. Верно. Так вот, смотрите, за 1 год работы у меня в команде более чем 600 лидеров выросло, 21 бронзовых лидеров и 3 директора. Смотрите, это значит, говорит о чем? Говорит о том, что очень много людей пришли в этот бизнес, поверили, сделали правильный выбор и тем самым уже стали зарабатывать. Здесь не 1 миллион, не 2, не 3. Здесь можно зарабатывать до бесконечности. Все в вашей голове, все в ваших руках. И хочу сказать, не опускайте ваши руки, все возможно. Все, во что вы верите, все, во что вы не верите, вы одинаково правы. Поверьте в себя, у вас все получится. Спасибо большое. Спасибо.